Еще один олимпиец из России попался на допинге. Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой на зимней олимпиаде в Пхенчхане дала положительный результат на запрещенный препарат. Об этом говорится в заявлении Федерации бобслея России в Facebook. Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных, говорится в заявлении. Отмечается, что предыдущая проба, взятая у Сергеевой 13 февраля, была чистой, а за это время медицинский штаб сборной препарата спортсменки не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды, добавили в федерации. Ранее Надежда Сергеева заняла второе место в соревнованиях двоек на олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, в допинг-пробе российского кирлингиста Александра Крушельникова был найден мельдоний. Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал результаты выступления Крушельницкого, который выиграл бронзу в Пхенчхане. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.